Итак, это, естественно, Subsistence. У нас тут какое-то форменное безумие. То есть, я понимаю, что здесь ужасные как раз дожди, но такой снегопад. Да, что здесь вообще сейчас нифига не видно. Очень сложно что-то собирать. Это все пошло сюда. Давайте разделаем. Я вот думаю, мы можем что-то себе... Мы можем улучшить штаны. Мы можем штаны улучшить, друзья. Точно, я про это забыл совсем. Вы даже об этом писали. Верняк. И таким образом, естественно, немножечко потеплее станет. А вот на куртку и прочее мне не хватило времени, чтобы найти ресурсы. Ну, точнее, да, хлопок у нас есть, но хлопка мало. Он может вырасти в дикой природе. В основном рядом с водоемами появляется, если я все правильно понимаю. Отстань. Ладно, плевать, нет, может не отставать, иди сюда. Эй, прикольный. Так вот, в дикой природе он появляется рядом с водоемами, но я находил просто одну штуку. Там одна прям штучка. То есть, если мы с вами как раз с домашнего выращенного получаем 3 единицы с одного куста, то с дикого, естественно, 1 единицу с куста. Поэтому это крайне невыгодно и нужно растить. Так, друг мой, я все-таки хотел бы в этом выпуске попытаться сделать... Давайте мимо пробежим, постараемся. Я надеюсь, ты не согрелся. Нет, не согрелся, нормально. Так вот, хотел бы постараться сделать верстак, но не знаю, хватит ли мне на него ресурсов, потому что вот уже потратил металлолом на кирку, и нам сейчас нужно его искать. Без понятия, когда там стемнеет, потому что, ну, обычно просто на солнце посмотрел, понял, где оно находится. И таким образом, собственно говоря... Ой, штаны не оделись. Таким образом, собственно говоря, ты понимаешь, сколько тебе осталось времени до вечера. Сейчас же абсолютно непонятно. Так, что мы с вами будем делать? Это сейчас положим, наверное, все-таки вот сюда. Почти полностью поплавилось. По энергии у нас что происходит? 719. Выработка остановилась. Включаем это добро. Так, ладно, нужно жирку собрать побольше. То есть нужно охотиться за... Давайте так, раз. Правой клавишей мыши можно побольше забирать. То есть по одной штучке забирать, вот так вот скажем. Нужно охотиться за... волками, наверное. Итак, здесь у меня сейчас посажен хлопок. Хлопок потихонечку растет, здесь все хорошо. Тебя можно просто отсюда, я думаю, убрать. И здесь сейчас больше что-то случилось. Здесь ты больше не нужен. Окей, до свидания. Лампочка горит все время, ну ладно, мне просто... Хотя с другой стороны нет. Надо бы потушить. Давайте потушим. Все-таки пожарим это все. Да, нужно перекусить, у нас мало белков. Но я чувствую, что скоро будет очень холодно, из дома мы с вами никуда уже выходить не будем, будем сидеть дома в основном. Так что давайте прямо сейчас все-таки пробежимся, еще пока светло, пока время есть. Прикольно, что это можно обратно положить. Крайне редко в играх можно положить обратно какие-то такие ресурсы. Здесь же раз обратно пепел засунул и все окей. Или, например, вот сюда засунул там и металл, и продукты производства из металла, да? Дальше. Нам бы с вами сделать отмычечку. У нас все есть. И мы сейчас, получается, таким образом абсолютно весь металлолом и потратим на нее, да? Ну, а давайте так и сделаем, плевать. Отмычка все равно ценнее. Гораздо ценнее там, чем сейчас какой-нибудь верстак, все равно мы сейчас ничего толком не сделаем. А при помощи отмычки мы, может, найдем с вами, ну, не знаю, какой-нибудь... либо боеприпас, либо какие-нибудь вещи для нашей базы. Посмотрим. У меня сейчас есть 21 доска. Я хотел сделать парочку фундаментов. Раз, два, три, да? То есть... О! Там металлолом лежит. Как раз вот здесь и установить. Здесь у меня будет такая нижняя комната, которой, не знаю, может быть, хранилище сделал. Нет, вряд ли хранилище. Перенесу туда вот эти вот все бочки и прочую ерунду, которая просто стоит и ничего не делает. Так назовем это дело. Так, поехали. Это пошло вот сюда. Очень сложно прицеплять как-то вот... Нужно ловить этот момент. Я не знаю, есть ли какая-то клавиша, чтобы удобнее было. Ну вот, пока что так. О, он далеко ушел, пошли заберем. Как понимаете, буран закончился. Так, еще пока что снег идет. Но хотя бы не так активно. Спокуха. Есть. И четвертая пошла сюда. Еще, скорее всего, таким образом я сюда запрыгивать могу, да? Ну да. О-о-о-о-о-о-о, спокойно, 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 дядь, спокойно, спокойно, спокойно. О, это был коктейль Молотова. Их двое. Хорош. Сейчас он остановится, тогда выстрелим. Ой,
Черт. Вот отлично все. Руку повело. Заберем? Ладно, он не докинул, это хорошо. 5 патрошек, да? Ну ладно, мы можем еще сделать потом. Посмотрим, что происходит. 750, 750. В общем, они ничего не сделали. Но они на меня напали, сволочи. Офигеть, вот этого я не ожидал. Обычно они просто ходили сюда там, не знаю, рыбачили, что-то еще делали. Ни разу не нападали вот так, чтобы прям вот с коктейлями Молотова. Слушайте, с этим что-то нужно делать. О, прикольное лекарство. Лекарственный тоник. Патрон для дробовика, да? Да, 2 патрона для дробовика. Вообще шикарно. Может быть, сходим в сторону их базы, посмотрим, что у них происходит. Мы вломиться не сможем, нам просто, ну, нечем взрывать им дверь. Выбивать это, ну, очень долго. Мне кажется, абсолютно бесполезным. Давайте пожарим. Кстати, да, мне написали, что если я умру на хардкоре, я потеряю абсолютно все, так что мне нужно выложить все вещи ценные и с собой их не таскать. Например, разделить половину, еще половину, да? И вот это просто переложить. Ладно, гвозди разделить половину переложим вот так вот. Древесину, опять же, то же самое. Ну и все, в принципе. Но это тоже можно половину взять и перекинуть туда. Но я надеюсь, что мы с вами не умрем. Ладно, сделаем тогда патрон для ружья. Пускай лежит в инвентаре. Так что нужно быть супер аккуратным. А если мы играем с вами на нормальном, то там половина вроде остается. Ну, что-то половину теряешь от того, что у тебя есть. Что-то типа того. Зато я вот здесь сделал просто шикарнейшую штуку. У меня теперь есть нормальный спуск вот сюда к воде. Я могу набирать воду. Не нужно нигде прыгать, я не буду ни за что цепляться. Вот эту штуку я хочу изменить. Здесь, смотрите, есть люк. Вот такой вот. Но тут клей и металлические слитки нужны. Они у меня есть, но мне не хочется тратить на это дело. То есть я вот не знаю, стоит, не стоит тратить. Посмотрим. Поживем и видим. Как видите, у нас с вами сейчас полностью все заполнено. Ноябрь заканчивается. Завтра будет уже декабрь. И поэтому вот я не знаю даже, что делать сейчас. Просто ждать будем. Ладно, хорошо. Посмотрим, насколько будет холодно. Сейчас 5 градусов тепла. Мы же с вами утеплились до минус 1 градуса. Нам будет тепло. Но, во всяком случае, мы не будем замерзать, так это назовем. Такое ощущение было, что вот это сундук, но нет. Пойдемте посмотрим, что у них рядом с базой происходит. Черника опять. Я, кстати, всю чернику, которая у нас с вами была, просто съел. Там медведь. Зараза, у меня такое ощущение, что они как-то мимо этих медведей проходят, и медведи их не трогают почему-то. Я что-то справа слышал. Либо это отзвуки на снегу такие дурацкие. Но домик у них пока что очень маленький, кстати. Скорее всего, они все-таки отсюда пришли. Я сомневаюсь, что с того берега. Могут они там по воде переходить? Да могут, по идее, да, они и плавать могут. Они все умеют делать. Казалось. Куст развивается, мне показалось, там челик стоит. Прикиньте, можно стырить. Тук-тук, кто не дома? Мне кажется, мне не хватит. Ладно, давайте-ка я подолоблюсь. Ну это безумие, не-не-не-не. Мне не хватает. Я могу, конечно, выбить, но это реально, это... Блинский, постой. У-ху. Как я оттуда выберусь? Эх, ладно. Была не была. В смысле? Здесь пусто, прикиньте. Вот козлы. Стейк сгоревший. Ладно, здесь топливо есть.
В общем, не было у них ничего. Офигеть! Офигеть, у нас получилось, класс. Зарейдили их. Брать было нечего. Слушайте, это прям как в Расте. Ну серьезно, это прямо как в Расте. То есть там тоже такие фишки были. У меня прям дежавю, абсолютно точно. Я такой же ботвой в Расте занимался. Кому-то запрыгнул в дом. Через шкаф выпрыгнул оттуда. В общем, трындец. Хоть иди в Раст играй. Ладно, пойдемте домой, темно. Сейчас главное не нарваться, потому что где-то здесь гризлик был. Где-то вот тут вот бродил. Ну, как видите, у них дома вообще ничего не было. То есть, рановато пришли. Естественно, у них со временем дома появится довольно-таки большое количество лута. Они сами станут посильнее, их станет больше, дом они там построят большой. Но вот именно поэтому нам желательно все-таки немножко их в этом плане опередить и свой дом улучшить раньше, чем они свой улучшат. Ну, правда, мы их постоянно останавливаем. Из какого черта они сейчас вообще пришли, атаковали нас? Может быть, сработала вот эта фишка с местью. То есть они там из-за того, что когда ты убиваешь кого-то из них, они приходят мстить. Скорее всего, это и произошло. Я так думаю. О, у меня с собой грязная вода была. Трындец. Надо было на самом деле это учесть. Сейчас быстренько все заполню, ну и увидимся с утра. Сейчас уже делать нечего. Ну что, у нас с вами декабрь, 0 градусов. То есть, если бы мы не сделали хотя бы вот такую одежду, точно бы замерзали, и, ну, все было бы очень плохо. Я надеюсь, что все-таки солнце повыше встанет, станет потеплее, потому что, ну, как-то небольшой дождик или еще что-то. Да, вон, в принципе, 1 градус, нормально, ладно. Потому что были бы проблемы у нас. Плюс отремонтировал винтовку, потратил... Прикольно, я еще собрал 3. Потратил все 3 металлолома, хотел сказать, которые у меня были, и собрал еще 3. Ладно, нормально. В общем, сейчас этим и собираюсь заниматься, то есть... У меня... Черт. Кстати, да, зимой, в декабре, шиповник и ягоды появляются. Я думал, что неоткуда будет брать углеводы. Ну вот, пожалуйста. Пойдемте за отмычкой и отправляемся искать еще один запертый ящик. Было бы прикольно, если бы еще озеро замерзало. Ну или хотя бы какая-то часть льдом покрывалась. Семена моркови. Морковь в декабре. Странно, да? Так, ладно, к тебе подходить не будем. Олень мне тоже сейчас не упал, потому что, ну, максимум, что с него мы получим, это рога. Ну, рога действительно нужны на клей. Клей тоже можно много где понадобится. О, стоп. Отойдет, не отойдет. Сейчас, давайте как-нибудь вот так вот. 12, да? Ладно, нормально. Отлично. Каждый раз сейчас сердце дергается от этого всего. Ну это какой-то трындец. О, кожа. Как они подбегают близко, как приходится в них стрелять. Мне еще в этот момент еще телефон бикнул. Какое-то уведомление пришло. Все это получилось крайне неожиданно. Ага. Мне показалось, что вот эта вот слева коробка, нифига, это куст. Блин. Кстати, тут белые волки появились. Прикольно выглядят, у них больше здоровья, чем у обычных волков. Именно поэтому мне хочется с ними сражаться, потому что, скорее всего, на них понадобится потратить больше боеприпасов. Подожди. Ягоды, семена... А, нет. Это зеленая трава была. Видимо, зеленая трава и волокно будут появляться на протяжении всей зимы, то есть за это париться не... Да, не нужно. Ну, поживем, увидим. Так, давайте здесь соберем. Мы с вами, честно говоря, дом не видели. И никакого фундамента или еще чего-то такого я здесь не встречал. Мы видели только костер. Возможно, здесь просто есть такие охотники, которые типа... Блин, могу спокойно перейти на эту сторону. Лось. Так, чтобы не промокнуть. Но вообще-то, на самом деле, даже вот это уже должно было быть все. То есть, ноги промочил, воспаление легких, привет. Так вот, мы видели костер и троих охотников, но есть, как они называются, Rock Hunters, рогы, ну или что, ну как это называется, да? Что-то типа того. И они просто бродят. Может быть, это они были? Не знаю. Но на самом деле должно быть несколько баз. Да, скорее всего, это просто был лагерь охотников, потому что, как видите, никого нет абсолютно. А
Опять же, возможно, что именно они на меня нападали, хотя нет, они... нападающие шли со стороны той базы. Здесь обычно сумка спаунится. Одна единственная на весь этот полуостров. Но что-то, как видите, не судьба. О, металлолом, нормально. Да ладно, тебе что, ни одной сумки, что ли? Единственное, что плохо, что мне придется там же возвращаться, где, ну, как я пришел, чтобы не промокнуть. Либо можно доплыть и дома посушиться. Я боюсь, что я заболею. Здесь же можно, наверное, заболеть. Вот, скорее всего, можно заболеть. И опять появится болезнь, которая нам испортит, ну, вот, все наше здоровье. И опять придется набирать там выносливость, здоровье, все это. Ладно, давайте в эту сторону пройдемся, пока что еще солнце высоко. Оно вроде встает оттуда, то есть еще утро. Даже не полдень. Жалко, что нету часов. Вот он, белый волк, смотри. Третьего уровня, 135 здоровья. Я говорю, они гораздо жестче. Я могу его, конечно, пристрелить, но я не хочу боеприпасы на это тратить. Так что просто обойдем. Блин, этот здесь. Четвертого, да? Такой же, как и тот. Еще у меня такое ощущение, что он нет. Это я по снегу шуршу. Мне показалось, что он за мной согрелся. В общем, как-то не везет пока что с закрытыми коробками. Мне вот этот водопад нравится. Да, сюда лучше не ходить, здесь холодно. То есть, если идти, то лучше идти вот в ту сторону и вдоль берега, наверное. Черт знает. Чтобы не замерзать. Ну ладно, сходим сейчас сюда. Опа. Везет. Еще шиповник. Ладно, в общем, я так понял, разработчик все-таки решил уберечь игроков от умирания с голоду. Ну нормально, в принципе. Найти бы бутылку с водой, можно было бы сделать все воду шиповником. Интересно, а можно сделать чай с шиповником или нет? Было бы правильно, если бы был такой рецептик. Где он? Вон он. Это было бы шикарно. 15 кожи. Ну тут дело даже не в коже. Кожа мне сейчас никуда не нужна. Мне тогда уже нужен хлопок, чтобы можно было... Вон, вон, вон. Они переехали, что ли? Какого... Семенолук. Какого черта? Я здесь никого не видел. Или это новый дом? На самом... Пошли отсюда. Ладно, мы сейчас с вами еще раз туда сходим. Ничего страшного. Патронов у нас с вами дофига. Здесь я быстренько все прочекал. Фуф, я уж подумал, что меня приглючило. Я 100% видел металлолом и такой куст. Я принял куст за металлолом? Нет, нормально все. Это просто так. Так, слушайте. Или к этим сходить. Да просто туда далеко бежать. Я бы на самом деле сейчас прошелся вот здесь вдоль забора. Я ищу ящик запертый. На этих мне наплевать. Древесину мне есть рубить сейчас тоже не буду. Мне гораздо важнее как раз. Слушайте, и опять же, удобнее, чтобы не использовать случайно бинт, удобнее переключаться колесиком мыши. А вообще-то бинт можно бы сделать еще один было бы, да? Ладно, не будем сейчас. Ну ладно, это быстренько разделаем. Тратить не будем, потому что кожи нужно будет очень много для того, чтобы делать... Вот эту кожу нужно по 2 единицы на каждую. То есть 10 единиц понадобится, чтобы сделать нужное количество.
Слушай, он там крышу строит. А я его убил. Прикольно. Это сейчас было неожиданно. О, генератор. Жалко, я не могу разобрать это все. Это что такое? Филе лосося. А, ладно, себе оставьте. Этот я заберу. Смотри, как он хорошо одет, зараза, в куртке. В шлеме. Если бы нам не повезло, ему не срубили бы ему башку вот так вот. То были бы проблемы на самом деле. Это прям действительно ощущение, как в Расте. Со всем этим запрыгиванием в дома, убивание через крышу, выпрыгивание через лестницу, которую он построил. Очень похоже. Возможно, автор действительно, ну, идеи оттуда брал, то есть вдохновение черпал именно в этой игре, потому что, ну, такие совпадения жесткие, это просто трындец. Я не могу бежать мимо деревьев, меня прям таращит, мне нужно обязательно их рубить. Что такое вообще? Откуда это взялось в этой игре? Как она привила это ощущение? Ну просто древесина заканчивается быстро. То есть у меня есть 3 доски, а мне нужно, например, сейчас, чтобы мне было 10. Так что закажем немножко. И это раз нам убило количество древесины. Соответственно, нужно сразу рубить, чтобы восполнить. Ой. Это просто... Графика... Да, это просто цветы такие, графическое отображение. Так вот, я тоже вот здесь вот порой находил как раз эти запертые ящики. Давайте пройдемся, посмотрим. А на обратном пути заберем еще топливо. Загюк. Может быть, железо найдем. Да, кстати. Сделаем патрончик. Перезарядка. Повезло, что он стрелял при помощи дробовика. Мы стояли далеко. Да, и вот сейчас действительно сделаем с вами бинт. А что бинтов нету? Блин, полк. Интересно, на пути домой там кто-то будет или нет? Еще один появится. Ну и градусов нужно, да, учитывать, что сейчас замерзать начнем. Уже вон пошло. Наверное, пошло, потому что вечереет. И сейчас будет становиться холоднее. Не, не вижу нифига. Зараза. Ну там железо есть сверху. Ладно, без железа я как-нибудь обойдусь. Зимой очень сложно искать. На фоне зелени очень хорошо выделяется. По идее, на фоне белого снега тоже должно было бы выделяться, но что-то как-то... Не, нифига. Самое забавное, вот мы сейчас пробежали и бежим обратно, да, тем же путем, и думалось бы... Вроде же мы все проверили, ничего не было. А нет. Оно спавнится прям буквально под ногами. То есть никогда не угадаешь, где найдешь. Где потеряешь, да? Сейчас спокойно, где-то здесь волк был. Они прям очень хорошо маскируются. Вот эти белые. Вот их-то как раз совершенно не видно. Самое смешное, что вот еще буквально денечек, и они себе закроют здесь потолок. Мы уже не сможем так входить. Убил его. Откуда вы же здесь спавнитесь-то так, чуваки? Вы чё? Вы с ума сошли? Офигеть. Ладно, мы здесь можем полечиться реально. Съедим это все. Просто спавнится один за другим. Жалко, что нельзя изнутри открыть, да? Ну как-то вот снаружи я понимаю, что нельзя. Почему нельзя открыть снаружи? Но изнутри-то...
В общем, здесь очень долго придется сидеть, чтобы ждать, пока все это переплавится. Бланом, бог с ним, живите. Я пошел домой. Зато еще парочку пристрелили. Мне это нравится. Все, 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 я домой иду, не переживай. Мы идем греться. Было бы прикольно с кого-то из них куртку снять. Но это халява. Я понимаю, почему это не добавлено. Причем вот сейчас нас исключительно спасали хедшоты, то есть... Я не знаю, как так, но они постоянно... Они оба были в этих шлемах дурацких. И в броне. Если бы не то, мы бы точно сдохли. Ну, сейчас здоровье осталось, гулькин нос. Ну-ка. Зайчоночек, привет. Наверное, сюда. Металлолом. Все, нужно домой идти. Декабрь, черт побери, что поделать. Зима началась. Пошли греться. То есть в бурю мы с вами больше выходить не сможем. Пожарим. Да, видите, очень много потратили как раз белка, но у нас есть вот это добро. У нас есть курочка. Какой-то ерунды собрали еще. Но металлолом, то есть не металлолом, а оружейная часть, это хорошо. Это калий. Да, кстати, давайте калий попереплавляем, посмотрим, что из него получится. У меня 9 металлолома, верстак требует 8. А, слушайте, у нас все есть. Стопе. 200 массы. Тебя просто выключить. Ускорим. Захалявный вот этот стыренный, да? Что нам нужно с вами? Нам нужна доска. Нам нужно это добро. И дождаться 750. Ну что, все готово, создаем верстак с вами. На него требовалось 120, кстати, массы. Понятно, да. Я вот этот, кстати, промахнул. Хорошо, что набралось, и у нас было 200. Так, куда мы с вами это добро поставим сейчас, Сек? Места, как понимаете, не так много. Не хотелось бы ставить его далеко от... вот сюда. Далеко от ящика, где у нас все хранится. Что здесь можно делать? Порох. Калий плюс пепел. Блин, это дорого. Гвозди делаются из металлолома. Черт. Металлолом нужен абсолютно везде. Но что это такое? Ой, кстати, да. Заберем. Забыл. В общем, металлолом требуется абсолютно везде. Банка для варенья. Фрагменты стекла. Интересно, с чего они делают. Стеклянная панель, фрагменты стекла. Стоп. У меня есть песчаник. Подожди. Да, скорее всего, это здесь делается. Все правильно. Кастрюля. Противень. Ну, здесь можно, сами понимаете, готовить. Это нам нужно для плиты. Взрывные стрелы. То есть это нужна граната. О, 55 пороха. Но вообще-то вот это круто. Потому что пепел, сами понимаете, добывается легко. Тем более мы можем их грабить постоянно, их костры. Калий. Ну, да, калий немножко посложнее. Вот у нас с вами печатные платы. Наконец-то пошли, как видите, все просто. Медные фрагменты, жемчуг и электронные компоненты. И это добро нам как раз нужно. У меня 10 с собой. А, ну да, я только что забирал, все верно. Так вот, печка требует 30, утилизатор требует 8. Вот здесь у нас с вами солнечная панелька требует 3 печатные платы. Я бы хотел хотя бы одну сделать, дорого, конечно. Но это нам даст днем хотя бы набор электричества. Ну или ветряную турбину. Я, правда, не знаю, насколько она хорошо работает. Посмотрим, ветреные дни. То есть, когда вот такая погода, она хорошо генерирует. А когда такой погоды нету, то, скорее всего, плохо.
Но мне интересно вот это вот. Изогнутый лук. Более хороший, мощный лук. Деревянные стрелы имеют больше шанс сломаться. А, это вот эти вот деревянные стрелы обычные. Но помимо этого, здесь должны быть вот такие стрелы премиум. Опять металлолом. Железные фрагменты, кристаллы, перья премиум. Перья премиум, это, если не ошибаюсь, как раз с орлов. Винтовка с рычажным механизмом. Она стреляет 7,62. Понятно. Она стреляет 7,62. И двуствольный дробовик, который стреляет, ну, тем же самым, чем этот. Но просто он более мощный. Блин, круто. Это нужно будет себе обязательно тоже сделать. Гранаты. Коктейли Молотова делаются из алкоголя. Алкоголь, естественно. О, мины. Алкоголь мы можем с вами сделать в перегонном. Где он у нас с вами? Вот он. Дистилляторе. Ну, не то чтобы очень дорого. Зачем печатные платы для него? Не очень понимаю. Ну, странно. На самом деле, довольно-таки примитивная штука. И можно сделать без печатных плат, без всяких электроники. Что за звук? Кто на кого охотится? Можно улучшить оружие. Детали, электронные компоненты, канат, металлические слитки. Так, у нас с вами все есть, нам только нужно 3 каната. Я хочу мощность повысить. Блин, слушайте, я замерзаю. Это прям нехорошо, это прям ужасно, потому что... Ну, я рядом с печкой, мне да, здесь нету потолка и нету стенки, это беда. Но я сейчас пока что с этим ничего сделать не могу. Канаты. Канаты. У нас с вами есть сухожилия, у нас с вами есть веревки. Давайте греться вот тут вот. Блин, какой ужас. Сколько у меня там? Все нормально, 3, да? Я уже что-то запутался. Это делается вот здесь вот. 3 сухожилия, 3 веревки. Нам нужно 2 каната, да? Как же холодно-то, а? Три каната, да. Ладно, сейчас сделаем. Топливо закончилось, плевать. Да, все правильно, из песчаника получаются вот эти вот как раз фрагменты стекла. Ну, в общем, все это нужно будет переплавить. Забавно, что когда у меня включен генератор, давайте соберем хотя бы вот чуть-чуть, да? У меня вот здесь вот было производство. Нет, смотрите, производство 1. Делаем усиление. Ничего не меняется, как странно. У меня только что там было производство вот здесь вот 0,02 или 0,07, что-то там. Я не помню, ну сколько-то там было производство. Или оно только до 100 работает, а дальше не работает. Ну, как вариант, не знаю, сложно сказать. Так, ладно, это пока что не будем. Да, отменить, бог с тобой. Создаем канат, вот теперь создаем с вами вот это добро. Забираем отсюда оружейные части. Что там еще нужно было? Металлические слитки 2 штуки, канаты 3 штуки. И доски вроде, сейчас посмотрим. А, электронные компоненты для улучшения оружия. Это странно, ух ты, как красиво-то, а. Ву. На этом верстаке можно улучшать оружие, вот так вот. Молодец, молодец, разработчик, это круто сделано, молодец. Как видите, здесь 4 улучшения. Возможно, на оружие можно только там всего 4 улучшения сделать, не знаю. Размер магазина, бог с ним, скорость перезарядки вообще наплевать. Здесь только огневая мощь и все. Я вот сейчас не понимаю, ну да, появилась точечка. Огневая мощь уровня 1 плюс 20%. То есть на 4 уровне. Или можно все это на самом деле улучшить, как вариант. Но это нам не нужно на самом деле. Самое главное, чтобы огневая мощь была. Ладненько, и это good. Так, пока что все это дело здесь оставим. Что я хотел посмотреть? Я хотел проверить вот это. А, да, видите, до стольника набирается по 0,07, а после 100 останавливается набор и больше не работает. А электричество набирается по 0,33. До 500, да, наверное. Дальше тоже останавливается, все. Теперь я понял, как это работает. Потому что до этого было непонятно. То есть куда-то исчезало производство и все. Я такой, типа, что такое? Из-за чего эта фигня? Нам бы с вами собрать побольше зеленой травы, потому что я ее всю разложил по ловушкам. И вообще-то ловушки нужно пойти отремонтировать.
Где мой молоток? Вот он. Побольше бы зеленой травы. И сделать бы этих самых лекарственных, ну вот, пробирок. Таких вот маленьких. В смысле? Черт. Ловушка сломалась. Как бы вот тютелька в тютельку подумал как раз о том, что нужно бы пойти подремонтировать, а то сломается, однако ж. И она сломалась, да. Ладно, мы поставим сейчас новую. Самая большая проблематика заключается в том, что она не просто сломалась, она сломалась и забрала с собой всю зеленую траву, которая в ней была. Нужно сгонять до той дальней. А что мне даже положить нечего? Блин, это досадно. Здесь у меня помидоры и хлопок растет вовсю, да? Чуть-чуть осталось. О! Оно замерзло! Офигеть, оно замерзло! Интересно, а можно ли под лед провалиться или нет? Давайте пробежимся туда. Это безумно круто, он это сделал, оно замерзает. Вау! Разработчик просто шикарен у этой игры. Я думал, что это, ну, типа, очень сложно, невозможно, этого не будет, здесь тоже сломалось. Я не знаю, она могла сломаться от холода? Не знаю, наверное, могла. Мне прям безумно интересно, можно ли проломить лед и уйти под воду, потому что если это тоже реализовано, ну это же безумно круто. Правда, тогда мы, скорее всего, умрем. Так что не хочется мне это тестировать. В общем, как видите, на улице минус 3, очень холодно, и я не могу здесь находиться, я тут тупо замерзаю насмерть. Пошли домой. 2 единицы у нас, да? Черт, и что теперь делать? Ладно, отложим пока что. Нужно зеленую траву собирать по новой. Ладно, мне кажется, знаете, что сейчас будет? Сейчас рассветет и станет потеплее. Во всяком случае, может быть, я это буду лучше переносить. Странно, конечно, что наши овощи, в принципе, как-то это дело переваривают. Не загибаются здесь. Ну, да ладно. С другой стороны, если бы еще и это происходило, ну, было бы вообще очень жестко. Короче, я не знаю, как это писать, я тупо стою дома и грею задницу около печки. Что трындец какой-то, что делать-то, эй? Ну давайте попробуем выйти, может быть, минус 2. Я не выдерживаю такого холода. Ладно, вот тут что-то имеется для меня, подложили мне тут. Я надеялся металлолом. Металлолом все равно есть, вот он. Я просто не понимаю, вот сколько я смогу провести на улице. С голоду я не умру. А рыбачить я не могу. Рыбачить я не могу, потому что мы с вами... Куда мы с вами закинем удочку? Никуда мы не закинем удочку. С голоду я не умру совершенно по другой причине. У меня... У меня здесь есть волк. Ладно, рискнем здоровьем. Давай. Нормально, забиваем. Мне было интересно просто, пробьем ли мы... Я не то делаю. Пробьем ли мы ему здоровье. Вот. И вот тут возникает... Кстати, зеленая трава. Возникает крайне неприятная фигня. А что мне делать дальше? Как мне руки помыть? Что за история? Вау. Я замерзаю. Я знаю, как мне помыть руки, но... Вопрос не в этом. Блин, почему я не запас с водой? Ладно, давайте помоем руки. Съедим мясо. Это пока что жарить не будем, пригодится еще. Ладно, я вроде не помираю. Давайте пробежимся немножечко выше по течению.
Я уже вижу, что река тоже замерзла. Что делать-то? Трындец. Ладно, у меня есть питьевая вода в... одна бутылка. В ящике. В принципе, как-нибудь переживем. Но это прям супер жестко. Минус 4. В общем, зима это ужас. Как мы будем зиму-то переживать? Это же это какой-то как? Вау! Это безумно круто. Мне кажется, это круче, чем Long Dark. В этом плане. Не, ну там тоже на самом деле замерзаешь. Ты там ходишь в Long Dark в какой-то, я не знаю, футболочке. И не дохнешь. Тут же, ну, тоже ходишь в какой-то футболочке и не дохнешь. Согласен, согласен. Но у меня футболочка с начесом. Я ее сделал. Значит, делать, я думаю. Интересно, может быть, где-то какой-нибудь горячий источник есть, куда можно сходить, и там вода не замерзшая. Но вряд ли. Можно как-то снегу набрать. Растопить его, нет? Стекло готово, да? Я не понимаю, что делать. В общем, нужно высматривать из окошка коробки, ходить их собирать. Как-то таким образом выживать. Досадно, мы из-за того, что сломались ловушки, мы потеряли где-то 15 зеленой травы. Что-то типа того. В общем, короче, все нормально. Есть вода. Вода имеется, мы сейчас сюда это дело зальем. Вода набирается очень легко. Я подошел в самый низ за водой, в надежде на то, что вдруг наберется, и нажал. Нет, скорее всего, просто где угодно можно набрать снег, да. В общем, набираем снег во флягу. Логично, черт побери, да? И просто ее закидываем сюда. Так, у меня сейчас получается это единственный кусок мяса. Я очень сильно надеюсь, что охотники не придут на меня ночью охотиться, потому что... патронов очень мало, то есть 5 до 2 и все. Ладно, для пистолета есть 8 патронов, можно, кстати, зарядить. Можно было бы пистолет улучшить, на самом деле. А давайте посмотрим, что нам для этого нужно. Да все то же самое, на самом деле. Топор нельзя. Лук нельзя. Дробовик. Та же самая история. Ладно, договорились. Создать бы что-нибудь из этого, да? Лук изогнутый, например. Более хороший и мощный лук. Подожди, а металлический слиток делается из железных фрагментов и медных. То есть мне нужно 30 железных, чтобы сделать 3 слитка и 15 деталей оружия. Еще пока что нормально. Кстати, попьем. Вы знаете, это с какой-то стороны даже удобнее, потому что ты такой вышел на улицу. Снежка набрал. Не набрал снежка, ладно. Снежка набрал вот здесь, вот нужно было просто подальше отойти. Раз обратно, и все хорошо. Стеклянная панель делается просто из фрагментов стекла. И если мы хотим сделать стеклянную крышу, ну как видите, да. Это дорогое удовольствие, очень много клея нужно, ладно, понял тебя. Сколько у меня есть оружейных частей? 8. Ладно, хорошо, что у нас с вами есть как раз клей. Делаем вот эту штуку. Создаем. Мне просто вот, это неудобно. Ого. Прикол. Так, вода есть. Это круто. Слушайте, это так круто. Офигеть. Ну что, жахнуть по нему, что ли? Я не могу вот прям чуть-чуть, чтобы сдвинуться, совсем капельку. Прикольно, что он там на льду вынюхивает? Сдвигается очень сильно. Остановись. Далеко, конечно, до него, да? Да, поближе.
Очень сложно. То есть я вот даже чуть-чуть веду мышь, она проскакивает очень-очень далеко. Есть! Именно этого я и добивался. Зимняя охота, блин. Офигенно. Ладно, давай. Только один кусок мяса, ну ты что, эй. Я так не играю. Есть? Один выстрел остался. Спасибо, друг мой. Уходим. Черт. Где он? Этого убил. Пошел в баню. Стоять. Черт. Вот эти перемещения его странные, да? Да остановись. Я не могу попасть вообще. Да стой ты. Бродяга чертов, а? Ладно. Друзья мои, это штриндец какой-то. Быренько делаем бинт. Быстрее. Да уж. Ну я лоханулся с ним. Где он? Блин, как же я его не убил, а? Пошли заберем с этого все. Он отступил, мне кажется. Очень странно. Самое главное, что живые. Самое главное, что атаку пережили. Они пришли с гранатами. В общем, пистолет, конечно, вот этот обычный. Это такой мусор. Это просто трындец. У них, видимо, есть какая-то дистанция, с которой он нормально стреляет. Либо, ну, я тормозил, это понятно. Никак не привыкну к здешней стрельбе. Но это... трындец просто. Как так-то? А что, все что ли? Только один патрон был, да? Ладно, договорились. В общем, атаку мы с вами кое-как отбили. Вот это да. Ну, вот эта стена тоже. Гвозди все. Да, друзья, гвозди все. Первый раз за долгое-долгое-долгое время у меня закончились гвозди. У нас началась зима, у нас серьезнейшие проблемы. Можно помыть руки. У нас просто ужасные проблемы, серьезно. И как их решать будем, посмотрим в следующем выпуске. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.